Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne? For all lang syne, my dear, for all lang syne, we'll take a cup of kindness yet for all lang syne. Всем привет! Меня зовут Олеся, и вы на моем канале о вязании. Я вас здесь очень рада приветствовать. И это видео, мой новый влог, который я решила начать лицом к лицу. И это тоже неспроста, я вам об этом, обо всем потом расскажу. Как можно заметить, я в своей последней готовой работе, о которой тоже расскажу вам чуть-чуть дальше. В этом влоге я хочу вам рассказать о своем процессе, который у меня пока на данный момент только один, чему я в конечном итоге очень даже рада, потому что много процессов немного рассеивают мое внимание, поэтому сейчас я стараюсь продвигать только один процесс, но я связала образцы для моих следующих процессов, и о них я вам тоже хочу рассказать, но уже подключусь в формате «руки в кадре», чтобы было хорошо видно. Также расскажу вам о совместном проекте, в котором я участвую с другими девочками. Он такой рождественский, праздничный, очень-очень классный. Нас всего 15. Каждая из нас приготовила свой мастер-класс на такую рождественскую, праздничную тематику. Совместный проект называется «Свяжем вместе волшебство». Мы хотим пригласить вас посмотреть наши мастер-классы, и, возможно, вам что-то понравится, и вы свяжете для себя или для своих родных и близких какие-то подарки, либо просто свяжете те изделия, которые вам понравились, и будете с удовольствием их носить в этот зимний, холодный, но такой прекрасный период. У нас полным ходом подготовка к Рождеству, у нас уже украшена полностью квартира, мы с детьми украсили елку, мы украсили уже окна гирляндами, у нас все так празднично и красиво. Каждый вечер мы включаем гирлянды. Дети очень радуются и даже спят с включенными звездочками у них в комнате. Город тоже украшен. У нас приехал наш рождественский рыночек. Я вам повставляю такие кусочки небольшие. К сожалению, для этого влога у меня не получилось снять в большом городе такой рыночек, но я все-таки надеюсь, что мы попадем в какой-то другой город, у нас будет возможность туда съездить, и тогда я вам об этом покажу в своих следующих влогах, которые тоже будут появляться на канале, то есть это будет не только мастер-класс, о котором я тоже попозже немного расскажу. Так что пока со вступлением закончим, я вас приглашаю к столу, я покажу вам свои образцы, а потом подключусь опять лицом к лицу и расскажу о наших новостях. Так, я хочу вам показать образцы. Это мои будущие планы. Вот этот образец, он совершенно маленький, и я его связала для того, чтобы проверить номер спиц. Из этой пряжи я хочу вязать детский плед. И это 100% меринос, бобинный меринос. Вязала я в 4 нити и хотела проверить, подойдут ли мне на этот плед спицы 3,25, чтобы уже этим номером спиц связать узор, то есть образец с узором. И тогда я уже рассчитаю, сколько петель мне нужно набрать на плед. Как по мне, получился отличный образец, то есть он пластичный, я не хочу прям такой забитый. Вот. Так что образцом я довольна, теперь нужно выделить время и связать узор. И уже тогда можно будет рассчитать плед и начать его вязать, когда я шарф закончу. Так что вот такой вот образец, спицы 3,25. И еще один процесс, который у меня будет также или в параллели, или по окончании, это будут перчатки.
Перчатки я буду вязать из пряжи твид от Natural Fantasy. Это также бобинная пряжа. О ней я рассказываю, обо всей этой пряже я подробно рассказываю в своем видеообзоре на магазин бобинной пряжи G-Yarns. И походу очень хорошо я его так, такой хороший обзор получился, потому что когда я вчера вязала этот образец, и особенно после того, как я его постирала, я увидела весь этот пушок. Сейчас образец у меня еще немного мокрый, он еще не досох. Но пух тут, конечно, вообще отличный, и он супер мягкий. Хотя, конечно же, видно, что он косит. Вот. И он так и поехал. Но образец мне очень понравился. И так как я сейчас планирую опять заказ в этом магазине, как такой рождественский подарок для себя, я хотела заказать еще этой пряжи, потому что это кашемировый твид. Здесь 30% кашемира. Он замечательный и вообще очень здоровский. Можно было там на шарф заказать. Я очень хочу такой огромный твидовый шарф. Так что я зашла в магазин, и этот твид раскупили. Ну, признавайтесь, кто купил весь кашемировый твид? Это просто капец какой-то. В общем, образец мне очень понравился. Вязала я его на спицах 2,5. Я сейчас понимаю, что мне очень нужны спицы 2,75 чулочные, которых у меня пока нет, но я их планирую купить. Я хочу попробовать чулочные спицы от Хая Хая. Я как раз попробую их кончики, и будут у меня будут у меня те номера, которые я хочу. И вот я хотела показать, не знаю, будет видно или нет, пушок. Этот образец, это Soft Donegal Tweed. Возможно, на камеру не видно, но у этого образца он более пушистый. Он такой пушистый-пушистый, ну прям очень классный. Так что, и тоже, мне вот, я когда заказывала, мне был похож на этот образец, но этот темнее. Возможно, еще из-за того, что он еще такой влажноватый, но вот эти разноцветные крапушки мне напомнили Soft Donegal, который у меня почти закончился, и я вот недавно из него перчатки вязала. Так что я замерила плотность до стирки. Стирала, кстати, мылом кокосовым от Маши Шпаковой. Все здорово вообще отстиралось сразу с первого раза. Так что до стирки образец был прям очень похож на Soft Donegal. Как можно заметить, нитка прям очень разбухла. Он был немного... Нитка была не такая пухлая. И здесь, по-моему, 450 грамм в 100... Ой, 450 метров в 100 граммах. Так что вот такой у меня еще был связан образец. Это все, что я делала. Последнее время я вязала шарф и вот два образца. Так что сейчас я к вам подключусь лицом к лицу и расскажу, какие же у меня новости и какие планы. Так, я подключилась уже сидя, сняв этот небольшой кусочек. Стоя, я поняла, что стоя снимать это совершенно не мое. Мне комфортно снимать сидя, и так я и продолжу. И... Вот эта куча всего в кадре меня немного отвлекала. Ёлочку нашу я вам показала, и достаточно. Я надеюсь, предрождественское настроение у вас будет при просмотре этого видео. В общем, как можно заметить, я в своей готовой работе, я безумно довольна и счастлива. Джемпер получился просто вот мечта. Наверное... Это воплотились все мои ожидания, все то, что я от него хотела, и я теперь буду наслаждаться и носить его. Его я вязала, для тех, кто не знает, я еще раз повторюсь, я вязала из пряжи Sky от Drops. Вот такой вот красный и белый. Расход у меня получился ровно 6 мотков красного цвета. У меня осталось там маленькие клубочки после того, как я закончила рукава. Ну, как совсем немного осталось. И приблизительно пол мотка ушло белого цвета на кокетку. То есть одного мотка на кокетку хватит с головой даже, мне кажется, на самый большой размер. Этот джемпер, как жаккард, взят
из джемпера Jane Steingass, Arboreal он называется, но вязала я его не по описанию, я не покупала описание, я воспользовалась замечательным, просто превосходным видео Даши Некрасовой, в котором она рассказывает, как она вязала такой же джемпер, как она его рассчитывала. То есть я воспользовалась ее расчетами, а алгоритмом расчетов, которые она показывает в видео, и, пользуясь этим алгоритмом, смогла рассчитать джемпер для себя, потому что у меня совершенно другая пряжа, я подстраивала полностью кокетку под себя, также отличается горловина от оригинального Arboreal, то есть оттуда взят только узор, вот эти вот замечательные листочки, и дальше он просто джемпер. В общем, сильно долго на подробностях останавливаться не буду, но для тех, мало ли для кого будет интересно, здесь я набирала петли на бросовую нить. Всего у меня встроено 30 рапортов узора, то есть я ориентировалась на свою плотность и рассчитывала в зависимости от своей плотности, то есть я посмотрела, как рассчитывала этот джемпер Даша, подставила просто свою плотность и рассчитала по-своему. Затем также я рассчитывала количество петель по кокетке. У меня, как можно заметить, кокетка не заканчивается после того, как заканчивается узор. Еще 4 ряда после кокетки я провязывала просто красным, а уже затем отделяла тело. Я обработала горловину подгибом, то есть у меня здесь связана двойная высота горловины и пришита кетельным швом. Такую обработку я буду показывать в видео-мастер-классе по детскому джемперу, так что, кого заинтересует, пожалуйста, дождитесь, когда выйдет этот мастер-класс, там я все очень подробно рассказываю, я уже смонтировала этот кусочек, так что там все подробно, надеюсь, каждый сможет сделать такую обработку. В общем, а дальше вообще проще некуда. У меня были вопросы насчет кокетки, то есть до ВТО кокетка немного так присобиралась, но после ВТО все расправилось. То есть для тех, кто сомневался и думал, что кокетка большая, все разровнялось, все расправилось, и, на мой взгляд, сидит отлично. Я не знаю, возможно, кто-то что-то найдет, что сидит некрасиво, то есть замечательно здесь вывязан азиатский росток, я всего вязала его всего 16 рядов, но мне ничего не мешает, то есть джемпер меня не душит, горловина прилегает, но, как по мне, очень хорошо сидит. Дальше я вязала просто тело вниз, делала прибавки в районе боковых швов, потому что обхват груди и обхват бедер у меня отличаются, и так значительно. Как значительно. В общем, для джемпера я закладывала свободу облегания 10 сантиметров, но разница между обхватом груди и обхватом бедер у меня 12 сантиметров. То есть, если бы я не делала прибавки по телу, у меня бы низ джемпера меня бы обтянул. То есть, там бы практически не было свободы облегания, она даже была бы отрицательна. Чтобы этого избежать, я решила делать прибавки на теле, и джемпер сидит замечательно. Я сейчас встану. То есть меня ничего не обтягивает. Он свободный. Вот так все выглядит. Также я делала... Затем я вывязывала рукава. По рукавам в месте шва также сделаны, в предполагаемом месте шва сделаны убавки. И закрыты все петли. Здесь манжеты, резинка 1 на 1. И закрыта с имитацией итальянского набора. Также такой способ закрытия я буду показывать в своем мастер-классе. То есть все обработки я, в принципе, выполнила точно так же, как я делала в своих детских джемперах, которые вязала перед этим. Мне нравится, как резинка 1 на 1 смотрится на этой пряже. Она пластичная. Меня не волнует то, что петли такие. Вот.
кто-то может сказать, что петли сильно такие вот свободные и гуляющие. Мне, наоборот, нравится такой эффект. Пряжа очень пушистая, и зачем здесь какие-то пружинящие резинки? То есть вот так это все закрыто, отлично смотрится, мне очень нравится. Так что единственный вопрос, я очень переживала насчет длины рукава, хотела сделать немного подлиннее, и сейчас вот, когда я начну носить этот джемпер, я посмотрю, подойдет ли мне такая длина, если нет, то я довяжу еще, мне кажется. Ну, то есть это нужно поносить, попробовать поносить под куртку и посмотреть, как это будет. Сейчас пока меня все устраивает, но нужно глянуть дальше, так что я очень довольна этой работой. Еще подробно буду о ней еще рассказывать в видео о готовых работах декабря, так что, если будет интересно еще какие-то подробности или точные там сантиметры, расчеты, количество петель, я это постараюсь осветить в видео о готовых работах. Дальше, мой процесс. Сейчас в процессе у меня только мой бесконечный шарф. Муж его уже очень-очень ждет. И я вот хочу показать такую вещь. Я вязала, начинала его вязать на деревянных спицах номер 3. Вот у меня начало. И как можно заметить, вот оно. Вот место. Его очень хорошо видно, особенно сейчас, до стирки, где я переодела этот шарф на металлические спицы Чиагу, также номер 3. И плотность у меня изменилась. Особенно вот, если сравнивать вот с этим полотном, еще нормально. А вот здесь вот, где-то вот отсюда, такой вот кусок, он как выпуклый. Кажется, когда я вязала вот это место, я так что-то расслабилась очень сильно или очень хотела связать очень много, что я так шух-шух-шух-шух. В общем, здесь петли гуляют очень сильно. Я спросила у мужа, что будем с этим делать, но он сказал, что ему это не критично, это все равно это шарф, это не джемпер, на котором будет заметно, что у вас, что какой-то кусок я провязала, сильно так расслабившись. Но мне кажется, это все из-за того, что я устала вязать на длинных спицах, у меня деревянные спицы от KnitPro, они у меня, ну, как стандартные длины, не укороченные. У меня укороченный только один номер спиц, по-моему, 3,25. А я вязала на тройке, они длинные, и мне неудобно. У меня начинает болеть вот здесь рука, а на спицах укороченных я вяжу ровнее. То есть и здесь вот видно, что я вот 2 дня вяжу уже, продолжаю вязать этот шарф, и все вроде одинаково. Вот в этом месте я куда-то уплыла. Ну, в общем, муж сказал, что ничего страшного, не надо это распускать, потому что я бы очень расстроилась, если бы пришлось все это распускать, потому что, когда я поменяла спицы, было отвязано уже 70 сантиметров. Ну нет, ну как так можно взять и распустить это все? В общем, сейчас здесь приблизительно 110, я вчера мерила, ну, около 110 сантиметров, но, как по мне, еще недостаточно. Он хочет, чтобы хвост и еще хвост вот так было, чтобы как замотаться. Ну, я так прикинула, приблизительно нужно 1,70 м. В общем, вязать мне еще и вязать. Я надеялась, что это будет последний моток, вот который у меня сейчас вечером вот только начался. У меня не знаю, который моток, я их уже перестала считать. И, в общем, вчера начала новый моток. Я надеялась, он будет последний, но, наверное, нет. Придется, скорее всего, вывязать этот и еще один, либо, ну, слава богу, хотя бы пряжи у меня хватает, в этом вопроса нет. Мне пряжи хватит еще и свитер из этой. Что-то тут дырка какая-то. Вот как так? Такая ниточка тоненькая. Как бы не порвалась. В общем, вяжу, это платочная вязка на спицах номер 3. И очень надеюсь, что до конца недели я этот процесс закончу. Хотя, о чем я надеюсь, сегодня уже пятница, я, конечно же, не закончу этот процесс до конца недели. Но надежда умирает последней. Так что да, я вяжу этот шарф и не хочу пока приступать ни к чему другому.
потому что я хочу его довязать, и следующий процесс у меня будет плед, и мне нужно связать плед до Рождества, мне нужно связать перчатки, а желательно до конца месяца мне нужно связать плед. Так что пока это все планы, которые я напланировала для себя, и больше ничего не планирую, потому что у меня взорвется моя голова. Сейчас, почему я еще очень мало вяжу, как в эти дни, потому что я монтирую мастер-классы, это тоже занимает очень много времени, но я почти закончила. Мне вот останется смонтировать только последнюю часть, там про рукава, и вот этот влог, который выйдет уже завтра. То есть наш этот влог снят в рамках совместного проекта, потому что до этого всю неделю я не снимала, у меня не было времени. Опять же, я постоянно монтировала, у меня компьютер работает целый день. То есть у меня обработается одно видео, я сразу же сажусь монтировать следующее. И снимаю ее только сегодня. И сразу после съемки я поскидываю все материалы на компьютер и буду также монтировать, чтобы завтра в 10 часов по Москве вы уже увидели этот влог. То есть 7 числа, 7 декабря, с 10 часов по Москве мы все участники нашего совместного проекта «Свяжем вместе волшебство» будем выкладывать свои видео. Кто-то из девочек будет выкладывать к этому времени, кто-то немного попозже, кто как будет успевать, потому что у нас у всех также дети, у кого не дети, работы. Ну, в общем, мы все очень стараемся, все девочки поснимали, все девочки сняли очень классные мастер-классы, они очень разнонаправлены, то есть есть и плечевые изделия, есть детские, есть взрослые, есть шапки, есть интерьерные какие-то вещи с новогодней рождественской тематикой. Очень все красиво, все так позитивно заряжены. Все хотим сделать для вас что-то интересное, что-то классное, зарядить вас праздничным новогодним настроением, чтобы вы тоже связали что-то интересное либо для себя, либо для близких. Так что праздник мы делаем себе сами, то есть как мы будем настроены к этим праздникам, так они у нас и пройдут. То есть настроение праздничное создаем. Ссылки на всех девочек будут в описании к этому видео, так что если вас заинтересует, проходите, пожалуйста, смотрите. Еще все наши видео мы объединяем под общим хэштегом «Свяжем вместе волшебство», так что по этому хэштегу нас также можно будет всех найти и посмотреть все видео. У всех очень разное количество видео, то есть у кого большой какой-то серьезный мастер-класс, будут выкладывать в нескольких частях. Я не знаю конкретно, сколько частей у всех девочек, но первая часть, первый мастер-класс будет, по-моему, 10 числа, если ничего не поменяется, то 10-го, и следующая часть будет с периодичностью в 2 дня, то есть через 2 дня будет следующая часть выходить. И вы сможете смотреть эти мастер-классы, вязать, вдохновляться. То есть я надеюсь, что этот совместный наш проект зарядит вас таким позитивным и праздничным настроением, и вы вместе с нами свяжете что-то волшебное, что-то классное и замечательное. И теперь, я думаю, те, кто меня смотрит, те уже догадались, что же, какое же именно изделие я вязала в рамках этого проекта. Это мой детский джемпер, никто не удивился. Я уже думаю, я уже надоела с этим джемпером. Я обещаю, в этом месяце он появится последний раз. В общем, так, на такой детский джемпер у меня будет мастер-класс. Он будет в 5 частях. Сначала я не хотела растягивать свой мастер-класс на такое большое количество частей, но готовя его, мне, я же показывала и в готовых работах, и во влогах это изделие, и также показывала свой вот этот джемпер, в котором мне писали очень много комментариев, спрашивали, как сделать такую горловину, или как закрыть так петли, как у меня на джемпере. Я решила такие вот именно обработки вынести в отдельные ролики.
То есть у меня будет первое, самое большое видео, оно чуть больше часа, в котором я полностью рассказываю все про джемпер, все расчеты, как его рассчитала, и там мы начинаем вязать кокетку. Так, я показываю, как провязывать кокетку, как вязать узор, как делать прибавки. То есть, и на этом мы закончим. В следующей части будет азиатский росток. То есть, я подробно останавливаюсь, как вязать узор поворотными рядами, потому что весь джемпер связан с жаккардом, и росток также вывязывается жаккардом, и это нужно вязать поворотными рядами. То есть там я тоже подробно останавливаюсь, показываю, как именно я его вяжу, как я держу нити, чтобы мне, ну как, чтобы удобно было провязать этот жаккард. Возможно, кому-то это также будет полезно, и в дальнейшем я хочу, если мне также будут приходить комментарии с вопросами, как сделать такую обработку, либо выполнить такую технику, я хочу направлять вас на конкретное видео с конкретным кусочком обработки. То есть вот он будет росток. В этом видео про росток я показываю, как я вывязываю росток, как я потом объединяю все тело, как я делаю подрезы, то есть вся вот эта операция, которая после того, как мы отделили кокетку, то есть как это все провязывается, затем видео с обработкой низа, то есть как закрыть петли, отдельное видео также будет по горловине, потому что можно было все это объединить и сделать одно общее в виде, допустим, росток и закрытие петель там, с имитацией итальянского набора. Но это получается целый час практически. Хочется все донести очень подробно, показать все очень подробно. И объединяя эти кусочки, получаются очень большие видео, которые также и трудно обрабатывать, и трудно смотреть. То есть, если меня, я как зритель, если я спрашиваю конкретную обработку или конкретный момент, и мне рекомендуют какое-то видео, я рассчитываю, что я приду, и мне конкретно вот покажут, что сделать. Также, почему я решила отделить это, возможно, кто-то, вдохновившись моим джемпером, свяжет тоже такой же узор по моему мастер-классу, но решит не делать такие обработки, как у меня, то есть ему не нужно будет смотреть эти видео. А если это будет все объединено в одно, будет хотеться это все перемотать, то есть и найти нужный кусочек, так что я решила это все разделить. Я надеюсь, вам понравится такой формат, который я в конечном итоге сняла, то есть конкретные видео с конкретными моментами обработки. И вот сейчас мне осталось смонтировать последнее видео, в котором я покажу, как я вяжу рукава. И все. Будет все готово и будет все выгружаться на канале. Для тех, кто захочет посмотреть весь мастер-класс, я надеюсь, вы посмотрите все эти маленькие кусочки и не будете на меня сердиться и ругаться за то, что я разбила на такие маленькие малюточные ролики. В общем, я надеюсь, что вы свяжете такой джемпер, порадуете себя или своих деток, потому что логику расчетов, которые я покажу в своем мастер-классе, можно рассчитать на любой размер. У меня есть мысль связать такой джемпер себе, но пока другие планы перевешивают, и, возможно, это будет чуть позже, либо уже в прошлом году, потому что джемпер получается очень теплый и очень приятный. Хотя сейчас вот я сижу в помещении, в комнате, я не скажу, что здесь у нас жарко, но великолепно, то есть в джемпере, в этой пряже отлично просто сидится в помещении, я не мокрая, мне не жарко, не знаю, впечатления и ощущения замечательные, то есть это альпака, да простят меня те, кто говорит альпака, но я не могу, я не могу себя заставить, я не буду коверкать язык, так что так. В общем, пряжа мне очень нравится, я не перестану петь ей оды, я бы заказала по упаковке каждого цвета, только мой семейный бюджет не может мне этого позволить. Так что у меня есть мысль, мне там так нравится цвет зеленый,
такой темный морской зеленый и светлый морской зеленый, вот их соединить в таком же карде. Я просто, когда увидела сочетание этих цветов, боже, я хочу такую елку таким жаккардом. Кстати, если я еще не сказала, либо вы не смотрели мое предыдущее видео и не слышали, название у этого джемпера елка. Это джемпер елка, потому что я вдохновлялась узором, на котором была такая елочка, и от нее отходили такие вот диагональные полосочки. В конечном итоге этот узор модифицировался в такой узор. То есть это опять же такие же диагональные полосочки. И теперь я хочу остановиться на узоре и схеме узора. Сейчас на экране я вам вставлю эту схему вот здесь. И если вы заметили, то это просто диагональные полоски. То есть раппорт узора 5 петель, 3 петли основного цвета, 2 петли дополнительного цвета. И в следующем ряду они смещаются на одну петлю. То есть смещаются либо в одну сторону, раппорт смещения в одну сторону, следующий раппорт в другую сторону. И эти раппорты чередуются, то есть смещение чередуется сначала в одну, потом в другую. И вот такие вот елочки получаются. Узор этот очень простой. Я в видео, к сожалению, не нашла места, где я могла бы вставить этот узор, то есть момента в видео. Я его оставлю ссылкой для скачивания, то есть кому будет непонятно и нужно будет наглядно посмотреть, как этот узор выглядит, сможете перейти в описание под видео и там посмотреть. Я оставлю схему этого узора там. В высоту раппорт узора 6 рядов, то есть всего эти смещения происходят 6 рядов. Вот. Но между раппортами есть еще два таких вот ряда. Они провязываются полностью основным цветом. Всего два ряда между раппортами. То есть всего, если так посчитать, раппорт узора 8 рядов. 6 рядов со сменой цвета и 2 ряда без смены цвета. Так что узор очень простой. То есть нет необходимости следить за схемой. В мастер-классе я показываю и рассказываю, где важно остановиться на узоре, где не важно. То есть я ни разу не смотрела ни в какую схему, хотя я нарисовала себе узор здесь в тетрадке, но я его вот придумала, и все. То есть 5 петель, которые постоянно двигаются или в одну сторону, или в другую. Единственный важный момент — это чередовать смещение, то есть не сделать следующий раппорт в ту же сторону смещения, что и предыдущий. Все. То есть... Возможно, кому из вас понадобится эта схема, я ее оставлю также сейчас на экране, и под всеми видео с мастер-классом она будет в описании к видео. Я надеюсь, это вам поможет. И также, я знаю, девочки некоторые очень ждут этот мастер-класс и хотят связать такое изделие. Сейчас, я прямо сейчас вам советую, если вы вот хотите его вязать вот-вот, прям вяжите образец. Вы ждете, пока вы ждете мастер-класс, свяжите образец. То есть образец нужно связать, я рекомендую связать образец по кругу, чтобы сравнить свою плотность вязания, замерить ее, потому что все расчеты сделаны по образцу, связанному по кругу. Весь джемпер связан по кругу. Единственный момент, связанный поворотными рядами, это азиатский росток. Но азиатский образец поворотными рядами я вам также рекомендую отвязать. Возьмите, свяжите круговой образец, затем закройте половину петель, и свяжите просто образец, там, половину этого образца, просто поворотными рядами, чтобы вы смогли сравнить. Очень важно сопоставить и сравнить образец поворотными рядами и образец в круговую, чтобы проанализировать этот момент и выяснить на фазе образца, какими спицами вам лучше вязать. Потому что в моем случае образец поворотными рядами связан с меньшей плотностью, то есть он немного свободнее, чем образец по кругу. По кругу я вяжу плотнее, тем более если вяжу с наперстком.
Тогда вообще у меня скорость вязания очень высокая, я так шух-шух-шух-шух, и я не затягиваю петли, но они все равно очень отличаются от полотна, связанного в поворотном вязании. И поэтому еще на фазе образца важно выяснить, отличается у вас это вязание или нет. И если оно отличается, то я рекомендую вам взять на образец поворотными рядами спицы меньшего размера. И все. И у вас более-менее это все сопоставится. Так что вяжите образец, пока мы все в ожидании выхода первого ролика. Я сама прям предвкушаю, когда же ролик выйдет. Я надеюсь, мастер-класс вам понравится. Вы все свяжете себе такие джемперы. Давайте вязать все елку. Он же такой классный и замечательный. В общем, в мастер-классе я вяжу джемпер на размер 86, и расход на этот джемпер у меня 108 грамм. То есть это точно такой же джемпер, он связан полностью с жаккардом, но на размер 86, это она приблизительно чуть больше, чем полтора года мальчику, которому я вязала. Так что этот джемпер связан на размер 92, то есть это следующий размер. На этот джемпер размер 100, на этот джемпер расход был 137 грамм, то есть 3 мотка на этот, 3 мотка на чуть поменьше, то есть один моток белый и 2 мотка голубого. Если вы будете вязать на больший размер и также учитывайте то, что вам нужно связать образец, покупайте тогда пряжу в зависимости от того размера, на который вы будете вязать. Но если посмотреть, то полностью на мой джемпер ушло 6 мотков красного цвета. То есть я думаю, что если я буду заказывать себе пряжу на такой джемпер, я, скорее всего, закажу 5 мотков основного цвета и 3 мотка дополнительных. И я думаю, мне хватит. По крайней мере, я надеюсь. Так что спасибо большое за просмотр. Я надеюсь, мастер-класс вам понравится, и мы вместе с вами свяжем волшебство. Переходите, пожалуйста, на каналы других девочек, смотрите, что вяжут они. Я надеюсь, вам понравится наш такой небольшой совместный предрождественский, предновогодний проект, и вы вместе с нами ощутите это настроение Рождества, настроение праздников. Не нужно суетиться, не нужно бегать в погоне за какими-то подарками, нужно остановиться и посмотреть, как же красиво вокруг, как же замечательно, как же весело наряжать вместе с детьми елку, как это здорово и великолепно, потому что наши дети растут, они скоро вырастут и в 15 нам зарядят, что нет, я не хочу эту елку. Давайте все вместе подарим друг другу волшебство. Я благодарю вас за просмотр. Я очень рада, что вы досмотрели мое видео до конца. Я надеюсь, я вас не замучила еще. Так что спасибо вам. Ставьте лайки, пишите, пожалуйста, комментарии. Мне всегда так нравится общаться с вами в комментариях. Это просто замечательно. Найти единомышленников со всего мира. Это просто это очередное волшебство. Так что спасибо вам и до новых встреч. Я была рада снимать для вас. Всем пока! Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and all lang syne?